Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я хочу, чтобы вы, очень вас прошу, поддержали меня, мой канал Яндекс.Дзен. Внизу будет описание, подпишитесь, пожалуйста. Чтобы уничтожить любой сорняк, свинорой, суданку, борщевик, березку, без разницы. Для этого мы берем мы, в общем, моющее средство сперва. Возьмем, где оно у нас? Любое жидкое мыло, любое, без разницы. 50 миллилитров на 5 литров воды. И берем уксус наш, 1:1, 9%. Размешиваем все и начинаем обрабатывать. Моющее средство служит для чего? Для того, чтобы у нас... Все наше растение, оно будет дольше так стекать и, в общем, выжигает и всю корневую систему. Обработаете, из-под плитки, где трава растет, пожгете. У кого есть родственники захороненные на кладбище, тоже как вариант уничтожить сорняк. Разные культуры сорняков, особенно на кладбище, конечно, муторно бывает. Убирать постоянно, все растет и растет. Таким способом можно выжечь полностью все. Очень уникальный способ. И плюс то, что даже если вы в огороде такое сделаете, вы, в принципе, ну будет кислотность повышенная, но вы не загрязните так землю, как вот торнадо, там, к примеру, ураган. Эти, конечно... загрязняет нашу почву и химикаты. В общем, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.